Волонтерский отряд партии «Единая Россия» при поддержке Вячеслава Ивановича Киреева подготовил 120 килограмм свежих фруктов врачам, которые сейчас проживают в гостинице «Парк Инн» и находятся на передовой. Вячеслав Иванович, расскажите об этой акции. Ну, смотрите, мы уже участвовали во флешмобе «Спасибо врачам», и мы хотели бы сегодня прямо активно поддержать, принести эту радость. Подарить фрукты врачам, которые живут в этой гостинице. Витамины врачам сейчас необходимы, но еще больше им нужны внимание и поддержка. Волонтеры тщательно раскладывают фрукты по пакетам. Яблоки, груши, бананы, виноград и даже клубника. Более 120 килограммов. Все это уже через пару часов будет доставлено в гостиницу «Парк Инн». Мы для себя ставим задачу каждый день находить какие-то возможности, способности, помогать тем, кому нужно. Это необходимо сейчас. Сейчас большая нагрузка лежит на волонтеров почти в круглосуточном режиме. Они помогают тем, кто в этом нуждается. Мобильный отряд «Единой России» ежедневно выполняет свои рейсы. У меня постоянная устойчивая команда наших волонтеров «Единой России». Это 10-15 человек, которые каждый день осуществляют какую-то помощь и работу. Вячеслав Киреев лично отвозит фрукты. Встретиться с врачами не удастся. Все они сейчас в больнице, на дежурстве. Фрукты в номер доставит персонал гостиницы «Парк Инн». На данный момент у нас заселено около 60 гостей нескольких учреждений. Ожидаем поток до 300-250 гостей. Для этих целей мы собираемся провести небольшую реновацию нашего номерного фонда, закупить около 60-70 дополнительных кроватей, чтобы город смог по максимуму обеспечить проживание и пребывание врачей. В гостинице созданы комфортные условия для проживания врачей, организовано горячее питание. Теперь есть и фрукты. Уставшие после тяжелого дежурства, они возвращаются сюда, чтобы отдохнуть, набраться сил и продолжить борьбу за жизни людей. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».